Так, на телефон подключили к компьютеру. Так, ну, здесь понятно, все нормально. КБ. 200 раз всего заряжали, там 230 на терабайт. Сам телефон в идеальном состоянии. На задних камерах наклеены защитные стекла такие вот. Как бы никаких царапин, никаких дефектов нету. Все бока в отличном состоянии, но там пальцы уже отпечатались. То есть зарядочка работает. Сейчас, секундочку. Так, на экране, конечно же, защитка наклеена матовая. По работе, то есть iCloud нету, но Wi-Fi подцепляется, Wi-Fi работает. Так, наверное, устройства просто нету, найти не может. Начал искать, Bluetooth работает. То есть звук отличный. Так, 14 Pro на 1 терабайт. Походу еще действует гарантия. КБ здесь пишет 97. Ну так, фейс, конечно же, работает. То есть фейс все работает. Так, так, так. Трот он также, конечно же, работает. Не знаю, на видео это видно, нет, что желтеет экран, когда включаешь. Так. Секундочку, достанем сим-карту. Карту. Лоток, то есть родной, серийник спадает. Спадает. То есть сотовую связь видит, конечно же. Динамики, то есть все работают отлично. То есть все работает. Камера также работает идеально. Состояние, то есть вообще отличное телефончика. Вот комплект, коробочку просто хозяин выкинул. Так, весь идеальный. Здесь защитки у него наклеены на задних камерах. Здесь тоже защитка наклеена.